débuter le match sur le banc. Это был сложный матч, в котором мне удалось выйти. Более того, это было классическое дерби, это было дерби между московскими командами, поэтому, конечно, вы можете себе представить, какая была атмосфера, какой был заряд на игру. Мне удалось выйти, сыграть несколько минут. К сожалению, у меня не было очень много времени, чтобы тренироваться с командой, но я сделал все, что мог. То, что тренер меня поставил на эту игру, и мне удалось сыграть несколько минут, говорит о том, что тренер доверяет мне, имеет ко мне доверие и верит в меня. Поэтому сейчас я буду тренироваться, адаптироваться и готовиться к следующим матчам. Вышел на поле, и не было ощущения, что ты пару дней находишься в команде, а может быть месяц, несколько недель. Вот за счет чего удалось достичь такого взаимопонимания с командой, может быть, атмосфера? Прежде всего, я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, хочу поблагодарить тренерский штаб всех сотрудников клуба за теплый прием. Это то, что мне помогло как можно быстрее адаптироваться в новой команде. Это та теплая обстановка, та атмосфера, в которой меня приняли. Более того, у меня было несколько дней, чтобы суметь потренироваться со своими партнерами. И могу сказать, что со своей стороны я всегда наблюдаю всех своих партнеров. То есть каждого игрока я стараюсь наблюдать и выделять. То есть я смотрю, как он играет, его стиль игры, какая у него манера игры. Смотрю на сильные стороны своих товарищей по команде, смотрю на их слабые стороны. Это дает мне базу данных, как играют мои товарищи, и поэтому я это анализирую. И, может быть, это тоже мне помогает, чтобы у меня как можно быстрее возникло с ними такие игровые связи, игровое взаимопонимание. Еще раз хочу сказать, что меня здесь очень хорошо встретили, и это, конечно, мне помогает. Следующий матч Дмитрий Баринов пропускает из-за дисквалификации. Готов ли ты играть полный матч в составе Локомотива? Конечно, любой игрок хочет играть на поле как можно больше времени, иметь как можно больше игровых минут. Я могу вас заверить, что я приехал сюда для того, чтобы играть все матчи Локомотива. Я буду готовиться к этой игре, но, конечно, вы понимаете, что окончательный состав тех игроков, кто выйдет на поле, это определяет тренер. Если тренер сочтет нужным выпустить меня на поле, можете быть уверены, что я буду готов отыграть весь матч. Пока я буду готовиться, тренироваться и быть готовым к любому вызову. Я буду готовиться и буду готов к следующему матчу, как бы то ни было.